Всем привет, ребят. Ну что, началось, точнее не началось, пришло открытие сундучков, которые мы получили с нашей топовой акции. Акция просто бомбическая. Добыча пирата, призы просто нереальные. Третьи карты топовые самые. Ну, профессор Ебета Сомочка, вот эти вот сундучки, огонь просто. Самые топовые награды. Карты дохренища, видите, у нас уже 11 этих. Я еще поиграл после стрима. 124 сундучка. Мифическая карта героя. Вообще 520 штук. Купонов фона 3500. Так, хашки мы так пооткрывали. Питомцев 2000. Значки почета 5700. Так, это мы пооткрывали. Камни судьбы 2000. С лишним уже. Рупоры 1700, осколки 2600, этих осколков вообще немерено нападало, 3800, тут вообще огонь. Награды у нас можно собрать с этих, тут похуже конечно будет. Карточки мы поролили, выролили, кстати, грубую силу 540 карсмен чар. Я фигею. Карты питомца свыше 1000. Сущности тоже дофигище. Карты, пакеты опыта уже практически в лимит вышли. Ну, давайте пару раз еще ролим. Интересно же все-таки. Многие не знают, как тут призы падают. Возможно, не видели. Но я думаю, этот трэш все видели. Так. Что там у нас? Ну, давай, давай, карту давай. Смотрите, 1500 кулаков. 1500, ребят, за 1200 самых. Эта рулетка просто отдыхает. Я вырулил сегодня свыше где-то около 400 тысяч. Мы уже просто попрокачивали еще талантики новые. Так, окей, побежали сюда. Сейчас будем забирать плюшки. Значков почета я не знаю насколько. Вот еще 2500 забрали только что. Так. Так. Самое интересное для всех это были сундучки. Сколько там у нас их? 124 сундука. 11 карт. Карты я пока оставлю. Давайте откроем вот эти вот сундучки. Профессора Рибета. От единички до соточки. Вот интересно, будет ли реально 100 осколков словить или нет. Сейчас я по одному. 2, 5, опять 2. Ну, то есть мы тут уже, у меня он уже собранный осколками. Вот 10 максималочка. Еще раз 10. 5. Просто интересно посмотреть, какой же рандом все-таки. Возможно ли больше 10 выбить? 5. Или нет? Так, опять десятка. Ну, рандом, давай. Чё-то... Вот, соточку получили. Огонь просто. Все-таки сотка падает. Ну-ка, еще одну. Сможем получить или нет? Так. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай. Так. Пятерочка. Еще раз пятерочка. Давайте по 10 откроем. 96 не упало. 88 не упало. 48 тоже нет. 177. Вот еще одна сотка. Две сотки. 1.32. 34. Что-то не по... А, все, выбили одного. Все-таки выбили, еще раз выбили походу. Круто, очень круто. Все-таки мы словили даже целого Рибета отсюда. 227. Офигеть. Я не знаю, сколько там сейчас осколков у нас будет. Окей, сейчас посмотрим. Так. Вот это оно, вот это акция. 1459.
Зачем было ролить его? Ну, мы вырыли за очень дешево, скажем так, ну реально, 1459 осколков. Он у меня, конечно, уже прокачан на максималку есть. Вот такая вот сборочка. Так, ну что, поехали дальше, ловить удачу. Куда я это все девать буду, я даже не знаю. Так, ну что, поехали использовать. Окей. Бум, 10 рун. 150. Ну, это карта донатная. Коробка. Вот коробки, это хорошо. Коробки я люблю. 5к кулаков. Сейчас посчитаем, сколько нам отсюда кулаков реально. Еще одна коробка. 124 штуки. Ну, зеленые руны, как видите, здесь просто падают. Я уже даже не знаю, что с ними делать. 10 книг. Так. Значков много падает, сволочи. Коробочка. Коробочки достойно падают. Если вам нравится, ребята, такой контент, обязательно ставьте лайк. И делайте репостики, чтобы другие люди тоже видели, в какие акции надо играть и как надо играть. Так. Есть. Руны, конечно, идут жестко. Значки по 150. Так. Еще 5к кулаков. Ну, честно говоря, что-то кулаки как-то особо не... Хотелось бы поболее. Уже 30 сундуков открыли два раза. Только коробки, в принципе, нормально падают. Коробка, коробка. Зеленые кристаллы. У меня уже все прокачаны. Вот сетик. Словили отсюда все-таки сет. Сейчас посмотрим. Там каменка, по-моему, пятая должна быть. Так, руны седьмые. Седьмая тоже неплохо. Так, чары. Еще коробка. Коробка чар. Так, кулачки. Пойдет. В общей сложности, ребят, где-то миллион самого, это 400, ну не 400, где-то около 400 тысяч кулаков. Это не считая руны, это просто чистые кулаки. То есть можно 2 миллиона самоцветов слить в эту акцию, и у тебя будет полностью на максимуме. И ты уже не будешь просто, ну можно коробки тогда просто покупать, как вариант. Потому что качать реально пока нечего. Я не знаю, а что они. Вот, еще одно. Вот это топовая награда, реально. Сейчас посмотрим, во что у нас алтарь превратится наш. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Походу у нас завис ОБС, как обычно. Обидно, обидно. А может и не завис. Я надеюсь, что не завис. И вы это все увидите. Так, есть. Карта. Еще карта. Еще кулаки. Вот это мне больше всего нравится, когда падает 5к кулаков. Я надеюсь, у нас эта акция будет не один раз, так как у нас было с рулеткой первый раз. Мы наролили, наролили и ее просто похерили. Так. Есть. Супер просто. Топовые плюшки. Еще 5к кулаков. Ну, зеленый грунт тут, наверное, будет на пару лет вперед на прокачку. Хотя я много героев сливаю, таланты перекачиваю другие. Так, ну коробочек хотя бы доставали. Б,
Блин, акция такая топовая. Я в шоке просто. Там многие пишут, херня акция. Это лучше не героев ролить, а лучше сюда слить 1200 самов. Смотрите, сколько топовых плюх мы получаем. Я даже, наверное, просто тупо запущу опять на миллион самов. Чисто ради того, чтобы уже нахреначить себе всякой фигни. По самое не могу. Но у меня, наверное, скорее всего, не хватит. Еще один сет. Я не знаю. Скорее всего, скоро будут шестые руны. Тут столько всего, что просто ну нереально. Есть. Фух. Ну что, 124 открыли. Смотрим, что у нас тут получилось. Так, ну это все понятно. Плюс 50к лучков. То есть фактически у нас получилось ну, где-то 400 тысяч, это 100%, потому что у меня там были еще накопленные. Плюс мы с акцией получили где-то 400 тысяч кулаков, ребята, за миллион. Как вам такой расклад? 400к. 6. Так, дальше смотрим. Значки почета, это все понятно. Тут мы все разобрались. 15 коробок. 301 руна таланта 6. 7 набрали. Я даже не знаю. Коробки. Вот самое, наверное, ценное, что на сегодня для меня, это коробочки. Так. Так. Смотрим дальше. Риббита мы словили сюда одного еще. Так. Ну, там пару карт. Я, честно говоря, не помню. Три или четыре сета каменной кожи пятой. Это вообще огонь. Также мы там воодушевление сегодня два сета вытащили. Это жесть, ребят. Это просто жесть. Пишите в комментах, что вы хотите, чтобы я следующим открыл. Показал. Давайте ради интереса. Сейчас откроем еще одну карту. Одну мы на стриме открывали. Просто я не хочу, честно говоря, их тратить. Я хочу их под какую-то либо акцию использовать, либо что, не знаю, напишите в комментах. Возможно, вы просто захотите, чтобы я их открыл там на стриме. Можно будет запустить стрим там с акцией, типа, угадай, вот у меня есть 10 карт, кто в последовательности угадает там с определенного по определенную карту. То есть вариантов как бы много, пишите в комментах, как вы хотите. Можно вот эти вот карты открыть под акцию, там разыграть пакеты самоцветов. Ну что, поехали. Как думаете, что будет? Бум. Заклинательница. Ну, такое себе. Перед этим у нас отсюда выпала Афинка. Блин, ну я не знаю. Это реально просто мега-мега топовая акция. Если вы в нее не поиграли, зажалели самого, это вы сделали зря. Давайте откроем сумочки питомцев. Возможно, у нас тут будет куча недостающих. Это, например, огневика и нового героя. Да, вот это просто жесть. Я, честно говоря, в шоке. Сколько я мучился ради этих кулаков. Сколько я качал, сколько я сливал. Зачем там трату на самоцветы, там получать еще какие-то эти. Просто ждешь такую акцию. Получаешь кгашки, получаешь слизни, получаешь значки почета, получаешь просто все, что тебе надо для прокачки героев. Тебе остается просто набить повторок и просто прокачать, либо там за кгашки, которые ты отсюда. На скиллы тебе хватит, на прокачки всего хватит, осколки еще. Но я не знаю, кулаки за 1200 кулаков падает 1500. Точнее, за 1200 самов падает 1500 кулаков. Когда это такое было? Возьмите ту рулетку, вы там больше там 200-300 не выбьете. Тут, блин, просто... Ну, самое топовое, это эти вот. Я не знаю, возможно, нас что-то дальше в игре ждет. Какие-то изменения, я не знаю,
что они так ресурсы раздают, надо будет, будет какая-то третья, десятая эволюция, там 20-е, 30-е скиллы, я не знаю этого. Но судя по тому, что делается, этих ресурсов уже просто немерено дают. Для чего, пока непонятно. Ну, это мы, думаю, в дальнейшем узнаем. Так. Ну, дышку даю по чуть-чуть. На китайке она у меня уже хорошо прокачанная. Есть, открыли. Побежали, посмотрим, что у нас тут получилось. Так. Рудольфа уже с запасом. Эти все с запасом. Есть, наконец-то мы доделали огневика. Огонь просто, ребята. Все, огневик у нас 35-й. У нас осталась только льдышка на прокачку. Тачка на прокачку. Десяточка. Просто супер. Давайте еще левел поднимем. Подымать, чем у нас есть. Так, ну давайте так сделаем. Что у нас? Давайте так. 240, 2,6, кулдаун 3 секунды. Одну иллюзию. Давайте смотрим, что у нас будет на четверке. Четверка. Заморозка 2,9 секунды, ребят. Я в шоке. 2,9 секунды — это фактически вечный стан. 2,9, кулдаун 3, это как? Я не знаю, пишите, что вы думаете по этому поводу. Но вот вам четвертый скилл. 2,9 секунды. Кулдаун 3 секунды. Он просто тупо будет все время морозить, морозить, морозить. И выпускается одна тут на 10 секунд иллюзия. То есть у вас фактически вылетает две иллюзии все время. Это фактически полный стан. Я в шоке. Я в шоке. Что они делают с этой игрой? Что будет дальше? Что там у нас на битве гильдии? На китайке мы потрешивали. Ну тут что-то проходит по чуть-чуть. Вот сейчас пройти кого-то, это просто запросто. Не знаю, ребят, пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Обязательно поставьте лайк, стараемся для вас. Пишите комменты, бомбите, но это просто эпическая акция. Я в шоке. Все, всем, всем по такому складу, как у меня, но это не точно. Просто не знаю, просто эпический день сегодня у нас получился. Всем пока.